Как собрать тропинник при рыбалке? Берем бетончики, шелушим. И находим небольшие уплотнения. Но рябинник бывает не на каждом кусте. Вот как бы маленько нашелушили. Ну и вот такая семечка должна иметь личинку. Но тоже не вся. Ну вот здесь как бы повезло. То есть этот маленький личинка рябинника и есть наживка для ловли плотовой окуня и другой рыбы, которую с успехом заменяет опарыши.